всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, енотка. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны и девчонки, поздоровайтесь. Здорово всем. Мне нравится, говорю, поздоровайтесь, и такой ветер идет, это очень круто. Сегодня у нас очень классная рубрика с сиреноголовым. Если вы будете кушать, приятного аппетита, а я сейчас буду ставить много штук. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и давайте добьем уже 1 000 000 подписчиков. Смотри, как он быстро, как от него убежать? Да это нереально! Смотри, он с трупом твоим бегает. Прикольно, мне нравится. Он еще так немножко подлагивает от руки. Этот вообще на башке у кого-то прыгает. О, в тачку! На прокачку. Нифига себе, давай, я в тебя верю. О, подъедь к ним, давай сделаем эксперимент. Он сможет тебя через машину убить? Да. Да, убивает? Да. Он тебя с машины высмыкнул. Два, я чтоб на тебя переключился, ну блин, не получается. Они какие-то жесткие. Они быстрые, вот красные. Да, 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 да. Нереально быстрые. Так, давай типа мы не хопим. А я прыгаю, прыгаю. И почему два трупа держит? Я не знаю. Три уже трупа. Кто его физганом трогает, Так нечестно, он тебя сейчас накажет. Я, короче, пацаны, от вас немножко уйду. Я буду на горе сейчас там стоять и наблюдать, как вы проигрываете. Тут ветер такой идет. Я убью сейчас его. Нет, тебе не получится. Ты думаешь? Я уверен. Дорбаш. Ого, у меня так FPS маловато. А, ну я вижу, я вижу. Так, хорошо. Чпоньк. Ребята, ставлю я еще несколько штук. Только немножечко других мастей. Вот такие. Сейчас я еще их пару штук поставлю. Мы поубегаем и будем их начнем мочить. И поставь. Да, они вот тут вот вдалеке карты. Давай, я погнал. Первый. На машине. Псих-убийца. Так, транспорт. Давайте мы тоже. Темный, что? Темный, серьезно. Да, боишься? О, я знаю, что мы сейчас возьмем. Сейчас будем, пацаны, угорать. А почему бы и не поугорать, да? Садитесь, да. Кто ко мне? Быстрей! А я еду на диване в Гаррис мод. Эй, слышь, отвали! Новый диван! Да блин! Я удалил его. Я удалю. Нет. Давайте я другого поставлю, который не телепортируется. Мне кажется, телепортируется читерски, да? Очень читерски. Во, давайте вот это древесноголового. Он реально крутой. Пацаны, давайте, я с вами. Надо вот них. И Мицубанчик стоит. Давай, быстрее, в Мицубан. И сразу... Блин, место... Давай, газуй. Я убегаю, ребята. Прощайте. Вот люблю Гаррисмон за то, что тут можно делать все, что угодно. И графон реально подтянули. Прям круто смотрится, свечение такое. Какую сторону ездит? Наваливаем, как всегда. Они, конечно, не могут догнать. Хорошо, давайте поставим скоростного. Он сейчас будет тут в тему. О, вот так интереснее, прям рядом! Ребят, я даже не отстаю, да? А как от него убежать? О, нормальненько. Главное, не в дерево. Главное, не в дерево. Ладно, можно и в воду. Моя машина в воду улетела, он меня убил. Хорошо. Давайте очистим карту, потому что вот тут наставили всякой фигни много. Так, давайте подальше их сделаем. А, сейчас мы поставим для прикола летучую мышь. Она тоже прикольная. 3 штучки. Я думаю, будет сильно. Ой. Так, где наш тут диван любимый? Хочу на диване. Так. Ну что, садитесь, кто ко мне? Блин, он завис, этот кусок говна. Поставь на руку. Да. Мы вдвоем одновременно сдохли, это было эпично. Да слышь, отвали летучее говно. Я пресс качаю. Я просто посижу, отдохну. Все, они улетели. Можно и диван поставить. Да отвали. Противник в чем возьму. Едь. На шифта прожимаем. Во, мы с Энди едем. В смысле он не может заморозиться?
Давайте, ребята, мы агри... Ого, кто-то на спортивном каре. Спорткаре. Слышь, у тебя хвост немножко трется. Не протерло еще, не? 20 километров такая себе скорость. Ну, я так и знал. Хочешь, скажу? Невозможно замору. Да? Понял. Хорошо, хорошо, давайте. Если... Так. Круто. Ребята, у вас есть 5 секунд, пока они сюда дойдут. Поэтому я вам рекомендую сесть в очень быструю тачку и навалить. Вот звук движка здесь круто сделан в Гаррис Моде. Так, он там что-то дерево ломает. Давайте, кто ко мне? Поехали. О, вот это мне нравится. Прощай, сиреноголовый. На бочком, бочком наваливаем. Ну, блин, не получилось. Попытка была очень хорошая, просто нереально крутая. Попробуем еще разок. Можно монету использовать? А, да, давайте их уже помочим, чё бы и нет. Ну, где ты? Ой. Давайте попробуем красиво подрифтовать. Мало ставлю. Он не может 60 километров бегать. Нет. Одного ставлю. Он сзади меня все это время был. А, он за тобой. Слышь, отвали. Ну вот надо, вот на честно скажу, вот надо в дерево врезаться, а я врежусь. Ого, там уже что-то дым идет. Там ДТП, пацаны. О-хо-хо! Что это было? Ух ты! Блин, было бы классно. О, кто обновил, красавчик, ребята, ну что? Спасибо. Сейчас будет очень жесткая волна. Вы готовы? Нравится. Я тоже не готов. Ну а что делать? Придется. Ой, это не та волна. Знаете, кого мы давно не ставили? Правильно, зайцев. Зайцы, они в Африке зайцы. Много зайцев хочу. Во. Ну чё, выживет сильнейший. Слышь, зайца, отвали от меня. Я тебе голову прострелю. Не заходи. Во! А давайте попробуем аэродушечкой. О, дак и хвалит чем-то, красава. Нана? Ну, кто... Чё, всех? А чё они нас не убивают? Может, они добрые? А не, вот он пошел. Чё-то ты ему не понравился. А ну, он убивает или нет? Чё-то не хочет он меня трогать. Не, он мимо проходит. А может, тот, кто в него стреляет, того не дамажит? А ну. А, да! Получается, пока ты его не тронешь, он тебя не тронет. Нифига не делал. Давайте вот так. Я думаю, он меня не достанет. Но это будет очень эпично. Ну чё, ребята, вы готовы? Посмотрите, как этот остров покрывается красивыми взрывами. Ой-ой-ой. Чё-то слабо. Они живые, да, остались? Да. Сейчас, ребята. Давно у нас не было эпичных взрывов. Просто играем, а вот эпичных взрывов мало. Вот так это надо смотреть с высока. Ой-ой-ой. У меня аж камера отлетает. Да, немножечко FPS вылетело. Они живые. Так, я знаю, потому что надо ставить с этого пака. Все, ребята, сейчас будет немножечко поменьше взрыв, но он их уничтожит. Надо отлететь подальше. По поводу маленького взрыва я пошутил. Ну ладно. Ух ты! И в воду. Смотри, как в воде красиво взрывается, эпично. Давайте немножечко еще в воде покидаем. Ребята, точно заслуживает лайкосика. Полетело. Я пищу карту. Ой-ой-ой, это эпично. Вылетело.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!